Скажи, Страж, ты относишься к идее помочь Ривен так же, как и я? Она точно клинок в руке. Сожми слишком крепко или доверчиво ослабь хватку, и прольется кровь. Делитесь своими опасениями со Стражем? Сомнение — это палка о двух концах. Вам ли не знать, королева Мара? Желание загадала Саватун. Его нельзя доверять, Ривен. Дала ли Вуаль ответы? Мое исследование принесло очень любопытные результаты. Я понимаю, как свидетель открыл странника, но пока не знаю, как это повторить. Нужно время. Мне бы тоже хотелось, чтобы у нас было время. Оно позволило бы оградить нас от тайных умыслов Ривен. Но мы слишком долго не тревожили свидетеля. Время пришло. Я усвоил, что риском следует управлять, а не провоцировать его. Ривен, риск воплоти. Чтобы пойти за свидетелем, нужен мост, созданный с помощью призрака Стража. Но Вуаль очень своенравна. Если мы перестараемся, то Неамуну может постигнуть та же участь, что выпала на долю города грез. Поэтому выждем время, пока ты найдешь ответ. А пока... очаруем дракона. Ты снова здесь. Посекретничал с Марой? Не бойся, о мой страж. Я понимаю, что полезно иметь запасной план. За это я Мару уважаю больше всего. Не доверяйте мне умно. Я тоже ей не доверяю. А Хамкары и Пробудившиеся веками были и союзниками, и соперниками. Боролись за победу. Такова природа сделок. Отдать как можно меньше. И получить при этом все желаемое. Наше не исключение. В ее основе недоверие, а знание, что, исполнив обещанное, обе стороны извлекут пользу. А нарушив договоренность, понесут невероятные потери. Придется подождать, пока еще одно яйцо вернется в реальность полей линиям. А пока защищай мое логово. Тем, кто в него вторгается, нечего предложить. А значит, для меня они бесполезны. Советую тебе это запомнить.